Да, вот я тебе расскажу, значит, как у меня будут суперчисти. Я пошел в банк, я сходил, там была небольшая очередь, 22 место я взял, но где-то, наверное, 10-й, может, прошел, потому что некоторые уходят. Вот, сделал там, что я хотел, почти. Вот, потом я пошел на их там базар, там я насчет очков зашел, вот, и он мне не смог сделать, поковырялся, посмотрел, и, в общем, мне сказал, езжай на Рубизор, Вот там ты... давай.